Мы видим проблему, связанную с незнанием нашего законодательства, что порождает массу, собственно, уже в практической плоскости вопросов, когда территории не знают, как работать с объектами, как получить разрешение на работы по сохранению, как, собственно, отработать с нами исполнение требований охранного обязательства. С нами сегодня участвуют вместе представители исторического квартала, представители ОМО «Институт города», епархиальный древохранитель отец Алексей, представитель нашего общественного совета. Также мы приглашали органы прокуратуры, приставов, потому что вы наверняка уже знаете, что у нас большая судебная работа по территории была проведена.